Процедура прививки от COVID-19 для детей такая же, как и для взрослых. Перед прививкой необходим осмотр у врача. А вот вакцина имеет ряд отличий. Вакцина называется GAMCOVID-VAC. Это спутник, но спутник М с уменьшенной дозой антигена в 5 раз. Вакцинируются дети двукратно с интервалом 21 день, так же, как и у взрослых. Анастасия Панова пришла на прививку с мамой. Наталья Николаевна в свое время привилась от COVID-19 и ни разу не усомнилась в ее эффективности. Ощутила эффект. У нас очень многие болели, я не болела и не перебаливала, то есть я привилась и у меня стабильно. Присутствие родителей, даже если подросток имеет паспорт, необходимо. Они также дают свое разрешение на вакцинацию и могут проконтролировать ход процесса. Проверяем. GAMCOVID-VAC M. Компонент 1. Подросток нарисован. Серия есть. Срок годности мая 22-го. То есть прямо сейчас разморозится, раз посмотрим. Сама Анастасия признается, что уколов не боится, а прививку, помимо заботы о здоровье родных и близких, делает еще и по профессиональной надобности. По сути, мы решили совместно сделать, потому что как бы я учусь в пищевом колледже, и мне нужно для медицинской книжки это обязательно, как бы, ну и плюс. Для здоровья полезно все. Врачи отмечают, что дети переносят возможные неприятные последствия от прививки значительно легче, чем взрослые. Мы привили 75 детей. У них из этих детей у двоих была температура выше 38 градусов, которая снизилась после жаропонижающих. У нескольких детей была боль в месте введения вакцины. И у остальных детей вакцинальный период прошел совершенно хорошо, никто не жаловался. Пункт вакцинации работает с 8 до 20 часов. При себе необходимо иметь 3 документа – СНИЛС, паспорт или свидетельство о рождении и медицинский страховой полис. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.